Всем здорова, с вами я, Максис Гейминг. Короче, у меня сейчас очень хорошее настроение, я решил попробовать пройти Doom Gauntlet. Extinction, я думаю, не стоит проходить, потому что это даже не демон нафиг. Я не хочу его перепроходить. Я предлагаю начать с Burillet Angel, но хотя с чего тут еще начинать? Да. Ну, это демон достаточно простой, только и небольшие баги есть. И это, конечно, минус. Ну, а демон так-то классный. Прикольно, демон редко такие вижу. Что боссы там вообще жесткие максимально. Честно, если честно говорить. Так. Так, сейчас будет этот брейк. Ну, я не знаю, как это назвать. Вот эта вот фигня. Так, и сейчас, как говорится, второй парт. Давайте пройдем его, потому что я не хочу, блин, на нем сильно заострять внимание. Так, го. Бам, все. Первый демон готов, это, блин, не знаю, это даже не демон, честно говоря. Потому что... Да. Так, киту-ту-ту тоже Шрил Холлвей. Я этот демон не тренировал. Ну, в принципе, предлагаю сейчас я... Ну, наверное, минут 20 потрачу на тренировку. Но последние два демона я их натренировал жестко достаточно. Короче, натренировал этот уровень. Он очень классный, очень смешной, очень прикольный. Ну, он, конечно, сложный, потому что из-за своего босса там, можно сказать, небольшое мемори. Ну, я думаю, я его тоже достаточно быстро пройду. Крайней мере, я надеюсь. И зачем мне не пульсирует трейл с того, что Мега Хак 6 у меня установлен. Да, я все-таки решил его установить. 24%. И, кстати, я до сих пор не смотрел, что дают, типа, за этот гаунтлет, типа, что дают в сундучке. Уже с вами нормальный прогресс. Что кораблик тут очень простой. Кстати, я только понял, я прошлый демон флюкнул с 24%. Как вам? Го, босс. Чё я так заволновался, ё-моё? Чек-зыс, погнали, флюкнем! Ё-моё, чё я так волнуюсь, ё-моё? Я флюкнул! Я флюкнул! Ааа, блин! Офигеть! И тут мы нафиг его убиваем, а он тут весь в крови, да? Нет. На, получай! Флюкнул нафиг! Флюкнул с 24%... Ой, не помню, сколько процентов флюкнул. 142 попытки, это из демон, какой медиум, лайк. Я, кстати, на прошлый забыл поставить лайк. Так, и следующий это на Вайс, да? Да. Хард демон, но я, честно говоря, испугался, когда видел эту оценку. Ну, на самом деле, это медиум демон, чистый. Ну что же, я вспомнил, что тут кого делать. Короче, это уровень со сложным боссом, короче. И офигенным синком под музыку. Он мне просто понравился больше, чем Darkness Keeper, который идет после этого уровня. Да. Босс, конечно, тут очень сложный, тайминговый. Я его еле как натренировал на копиях. Зачем там черная сфера, если я на нее сейчас не нажал? Так, сейчас, погодите. Четвертый раз, кстати, об эту сферу вздыхаю. Какую сферу? Шестерню, ё-моё. Всё, го. Отлично. Тут-тут-тут-тут-тум. И начинается босс. Так. Тут подлететь и что-то, да. Кстати, эта музыка, я ее слышал у GD News. Ну или у какого-то другого новостного канала, я не помню точно. Да, это GD News.
Ё-мо, даже слово детейл модом, это фигня лагает, капец. Тут. Так, давайте уже пройдем. Сколько уже можно на этих одних и тех же местах умирать? Так, все, подлетаю нормально. И тут наверх, все. И вот эта сложная часть. Да. Брейк. Так, главное сейчас брейк пройти, и там будет погоня. Все. Зомби, зомби, как говорил великий Титан Чанел. Зомби, зомби. Одноглазый зомби там был, кстати. Так, ну это не особо сложный, конечно, робот. Давайте его пройдем сейчас, пожалуйста. Все, и моя любимая часть. Блин, слишком рано нажал, офигеть, 60 шапп. Го. У меня почему-то лагает. Я не понимаю, почему. Блин, я зацепился за шипик, черт. Лагает, блин. Блин! Да блин. Да ё-мо. Да не лагай. Блин, надо сразу нажимать. Я ж все время это знал, сейчас только забыл. Ну ё-моё. Кстати, не обращайте внимания, что у меня, короче, почему-то попытки удваиваются. Я не знаю, почему. Сейчас я, когда умру, я вам покажу. Вот, смотрите, 102. 104. Я не знаю, почему. Ту-ту-ту. Блин, слишком сильно. Да кто мне пишет? Я занят, я записываю видео. Да... Да как ты да... За мной бегут Моргенштерны. Да блин, зачем я начал говорить? Блин, я думал, это демон за минут 5 пройду, блин, а в итоге уже 100 попыток нафиг сижу. Что за фигня? Да пипец, уходит лагать, а. Причем на этих местах у меня еще ни разу не лагало, блин. Го. ГГ. Конец-то. 30 минут сидел, казалось, я минут 10 тут немножечко посидел, и все. Ёпарас, это чё так много? Ну, на копиях у меня там еще до хера. Ну, не знаю, медиум изи. Ну, наверное, медиум делан больше. 4G и Darkness Keeper, да? Да. Сейчас самая жесть, Darkness Keeper. Давайте я даже прям на видео сейчас в практике пройду, потому что... Ну, блин, потом тут нафиг наверх, потом тут летим, хоп-хоп-хоп. И вот он, этот нафиг злосчастный, тупой и обоссанный. Не знаю, как его еще назвать, робот, блин. Казалось бы, демон очень простой, но, блин... Мне кажется, я его очень долго буду проходить. Так, ну я предлагаю начинать. Ох, это будет сложно. А может, нет, фиг его знает. Может, я сейчас с первой попытки его пройду. По крайней мере, опираясь на то, как я его натренировал, блин. Ту-ду-ду-ду-ду. И погнали. Оп. Так, поверху. Так, теперь вот эти фигни. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Давайте, пройдем уже вниз, вверх, вниз. Все, отлично. Так, сейчас тут тупая тарелка, которую я не... Блин, меня скушали. Так, тем временем тарелка. Давайте уже попробуем пройти. Давайте уже пройдем эту тарелку, пожалуйста. Да. Так, все, не волноваться. Главное, не волноваться. Погнали. Кстати, вот этот парт прикольный очень. Мне прямо нравится по этим, по... Из-за вот этих прикольненьких летающих
блоков. Так, и сейчас будет робот. Погнали. Оп, оп, оп! Офигеть, го! Да ладно! Я флюкнул с 24-го про... Офигеть, 380 орбов, жесть! Это изи демон. Так, ну и все, как говорится, Doom Gauntlet по-быстренькому забитали и... что это? Я ради этого чуть не погиб нафиг, пока проходил. Вот ради вот этого, что ли? Серьезно? Чё это? Ну ладно, хоть это как-то красиво. Дали бы хотя бы нормально алмазов. Нормально так заспидранили. Ладно, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Добавляйтесь ко мне, друзья, я вас всех приму. Всем удачи и всем пока.